Yes! This one. This is from this tournament. 40,000 people in the crowd. Mike, Iconelli Vision. Yes. Yes, more. We need a million. Всем привет, ребята. С вами снова Мефик. Я нахожусь на озере Палентайн. Это домашнее озеро Майка Иаконелли. Сегодня будем охотиться за разными рыбами. Это в основном это будут, естественно, бас, как вы уже поняли. Вот, но я хочу поймать другие виды рыб, которые я еще не ловил никогда. Это Bluegill, значит, pumpkin seed, по-моему, называют. Это крэпи, белый крэпи, черный крэпи. Это Chain Pickerel, это черная щука, если по-русски. Вот, и щука с таким интересным рисунком, похожим на цепочку. Вот. Ну и, возможно, еще некоторое количество других видов рыб интересных. Тем не менее, я нахожусь сейчас за моей спиной. Такая погода не очень, как бы. Вот, но это уже почти вечер. Тут начинается дождь. Вот, а с утра было просто супер. Так что поехали. Who's biggest? Me. You getting that one? And then they're both good. You guys can pick which one you want there. And then do you need to put anything here? Uh huh. So this is here. And here we'll put that. All right, get out, Vegas. We're gonna show them. We'll show them how to work. Yeah. Your tackle can go back here. It'll be okay. No problem. It has rod holders. Okay. You can put your other rods in there. Where's the rod holders here? Yep, right. These are rod holders right here. Oh, okay. Yeah, also, if someone wants to use this. Okay, who's ready? Yep. Ready? Yep. Okay. No, hold it right there for a second. I'm in. Ну что, побежали. Сегодняшний день, друзья, это день отдыха. Не нужно никуда спешить, никуда ехать, ведь озеро находится в 300 метрах от дома, и оно полно рыбы. Давайте ловить. Есть! Уху! Еп! Вот, ребятушки, такая вот интересная рыбка. О! О, это окунь, ребята! Вот это да! Посмотрите, какой окунь! Ничего себе! Я никак не ожидал его увидеть. Смотри, такой длинный, длинный, полосатый, красивый. Смотрите, какие у него плавники. Просто! Вот это да! Какой интересный окунь здесь, в Америке. Прикольно. Иди, спасибо. И это, ребята, приманочка от CrazyFish, аллюр, не помню сколько, вот, по-моему, 2-дюймовая эта резина. Вот это самая крупная в серии. Прекрасная резина. Очень всем советую. Ах ты, поклевка была. Вау! Вау! Это Pickerel! Yes! Да! Ребята! Это щука! О! Фу, щука на неогруз. Вы представляете себе, смотрите, какая она красивая. Это не северная щука. Посмотрите, какие у нее пятна. Пятна как цепочка, поэтому она и называется Chain Pickerel. Это просто кайф. Смотрите, какая красавица. Вот она, красивая. Все, иди. Иди, спасибо тебе. Взяла она Aiko Curly Tail, твистерочек, хороший твистер, давно им пользуюсь. Сейчас решил поставить, думаю, по щуке, наверное, должно зайти, наверное, как-то. У меня еще, ребята, стоит мегабас антенн. Мегабас Vision, Vision ITO, не антенн, Vision. Вот, и это самое. Я так на него, но здесь довольно мелко, вот, поэтому как бы, но все равно. То есть думаю, что рано или поздно я на него тоже поймаю. В принципе, у меня 2 спиннинга, как бы, то есть, ну, всего хватает, в общем. А, yes! Камон! Еще одна щука, ребята! Еще одна щучонка. Щучий день. Смотрите, какой шнурабас. Ой, шнурабусик. Ой, иди. Ахахаха, yes! Уху! Снасти good, мистер Мосли. Блин, я все время забываю, ребят, как приманка это, мистер Мосли. Я ее все время Мосиса почему-то зову. Вот. О, смотрите, какая штука. О, не знаю, что это. Скорее всего, это крапи. Black крапи. Возможно. Не знаю. What's up, guys? The last one is which fish? Which one you need? Last one I send you. Oh, you send me that one? We have so pickerel, yellow perch, and red ear bluegill. Bluegill. Red ear bluegill. Vegas, show them what you're throwing. Finesse swim bait. That one. This finesse swim bait. That little guy. And then the bass. Look at this. Yeah, see, that'll kill him. That'll kill him. You have one of those? Oh, enough. And then the bass. I thought it was like a white one that. I saw there when I stayed. Now there's big bass. That size basses. Giant. Yeah. So the crappie and the perch and the bluegill are in open water, but the bass are. See these little, see like little isolated patches of lily pads. That's where all the bass are. Look. Wow. You can say wow again. Look at these things. How deep is there? Wow. The Vegas caught the big crappie. Oh. It's a. Do you have proof now? This one's a. That looks like a black. That's a black, isn't it? It's a black, yeah. It's a black crappie. And that's proof. Look at it. That I caught a crappie. Come on, man. He's so good. Yeah, I actually wonder about perch. Yeah. Oh! It's good. This lake's fun. Good fishing. Where Peter and List? They need to come back out here in the afternoon. Yeah. This is a good area. So how deep is here? It's like 2.5 feet. Where that old creek is, oh, it's like 3 feet, three and a half. Smaller than meter. Small change, yeah. Man, that was awesome. Did you get some good video? Yes. Good. Yes. Good. My target was a pickerel. Yeah, and you got it. I've got two. Nice. Good job. Yes! 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 Oh, nice! А, есть! Вот это атака! Кто? Щука. Или не щука? Уа! Да! Ничего себе! Вот это да, ребята! Ну, просто это какая-то непередаваемая рыбалка. Вы себе не представляете. Вот посмотрите на эту рыбу. О, она такая в пятнах вся. Это очень круто, ребята. Иди. Здоровый. Ах, поклевка была какая. Бам, кто-то прикусил. Вот это удар! Вот это удар! Прям на камеру! Фу. Вот такая вот щученция. Смотрите, ребята. О, прикольная. Иди. Да, ребята, да! Ух ты ж! Сопливая какая, прям как наша. Ну, друзья, что я могу рассказать здесь? Значит, Палентайн Лейк, это озеро Палентайн. Какая здесь обстановка, какие здесь условия, значит? Ну, это, по сути, жабовник. Вот, очень большое количество травы, очень большое количество всяких водорослей, вот этих кувшинок. Вот, очень маленькая глубина, то есть метр там полтора, это в общем там где-то около дамбы. Вот, впадают две речки, два ручья. Вот, на одной из речки я поймал европейского окуня, нашего обычного с вами окуня, привычного. Вот, ну, в общем, я тут покидал джиг сначала, потом то, все, 5-10, естественно, я перешел потом на неогруз. Неогруз в этом случае самое лучшее. Ведешь спокойненько по травке. Вот, и он, значит, это самое, в окошечке заглядываешь, и бам, сразу же поклевка. Вот, что меня спасло, значит, это, ну, Aiko Curly Tail, естественно, потому что приманка такая вот. Самая, наверное, распространенная. Да, твистер. Я имею в виду не Curly Tail конкретно, а просто твистер. Твистер, хороший твистер. Ну, вот сейчас сменю на другой цвет. Хорошие приманочки, не раз меня выручали на самом деле. Ну, удар, конечно. Ну, я не знаю, видно было на камере, не видно. Прям бух, она выскочила. Выскочила из травы. Супер. Просто супер. Zucchini. Potatoes. Black sea bass. Black sea bass. And tog. Новая для меня, никогда не ловил раньше, поэтому, наверное, заберем ее, сделаем барбекю. Да! The guy that got me fishing was my grandfather. This is his actual box. And I still have it. Very special to me. Old lures, look. Look at that. Wow. Old lures from my grandfather. Fish stringer. The smell of it too brings back a lot of memories. Very special. So, which is which champion is your meaningful one? I think the classic, very meaningful. This one, right? Yeah. World, you know, that's a big one. Angler of the year. Very hard to win, wow. Super hard. But this one, wow, this is from this tournament. 40,000 people in the crowd. Yeah. All home crowd. All my family. Look, all my family here to see me. My friends. Yeah, wow. That was that same tournament. Wow. That one means a lot. That was a special one right there. It's very special. Very special. What are these things? 100,000. Mike Iconelli fishing. Yes. More. We need 1 million. A lot of memories. Yeah. A lot of memories here. So what is this one? These are Major League Fishing. Cup champion, Major League Fishing, and that's Major League Fishing. Ребята, я сейчас нахожусь у Майка дома. Посмотрите на это. Это просто какой-то рыболовный рай. Посмотрите на это, сколько всего. Давайте зайдем к нему в гараж. Вот она лодка чемпиона, 250. 250 лошадей. Завтра мы пойдем на ней по реке Делавер. Огромное тойотища, просто огромное. Вот это да, бум-бум. Ну и, естественно, куча приманок. Куча приманок, куча всего. Просто пипец. Первый заброс, ребята. Больше роты, скорее всего. Oh no. Сошел. После обеда погода изменилась. Солнца нету. Чуть-чуть ветер поднялся. Да, есть. Догнал, сошел, походу. Блин. Ну что ж такое. Догнал, сошел. Куча травы здесь. Приходится. Но сидел, да, он. Слетел с крючка. Все, больше не клюнет, зараза. Надо перемещаться. Там шоты где-то в середине озера. О! Пикрел. Small pickerel. Маленькая щучка. О, зубастенькая какая. Смотрите, ребята. Chain pickerel. Черная щука. Где? Решил перейти вот на такую кракозябру. Очень хорошо у меня работала она, если помните. По змееголову. А, я и баса на нее тогда поймал. В принципе. Неогруз, ребята, сегодня просто в почете. Неогруз рулит. Есть! Да! Ларсман, скорее всего. Хороший. Оу! Шота! Wow! Very! Largemouth! Посмотрите, ребята, какая хрень! Wow! Sorry? What did you catch? Largemouth! Large mouth. Yep. Hey guys. Давай, дружочек. Ну что же, ребятушки, мне осталось поймать только белого крэппи и черного крэппи. Вот, я сейчас, наверное, поменяю приманку, потому что это, ну, довольно большая она для них. И буду, в общем, облавливать это место. Здесь они есть тоже. Здесь хорошие есть, хорошего размера. Сейчас давайте посмотрим, что там у шоты. Он там тоже ловит вовсю. Посмотрим, что поймал. Get some? Uh-huh. I got one pike, couple bites in front of Mike, and here very large. I missed one bite here, but just. Let's go in the middle. Let's go in the middle. There is the channel. There is the channel, and there is the biggest fish. Pickerel, not sure, but crappie. You've been on a river there? No, not yet. Okay, I'm going middle. Так, что же на крэпе? Вот что должно сработать. Вау! Это клевая приманка. Поклевочка. Oh, nice spoon. How's the lures today? And I caught two perch on a minnow. Yellow perch. Yeah, yellow perch. Cool. Ребята, посмотрите, что-то поймал белого краппи. It's a white. It's a white one or is a black one? I think white one. Yeah. Что-то думает, что это белый краппи. Ну, я тоже так думаю. Хорошего размера. Wow, cool. So what do you use? Soft plastic. Yeah, soft plastic. Ah, you use the soft plastic. I thought you used lure. I would use them, but I changed. Which one? Oh, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Okay, I'll try. I gotcha. I'll try one. I have such like this one. Oh, yeah, yeah, yeah. Yes. I got. Yep. Woohoo! Dude, it is. Oh, stop. Друзья, еще один вид этого озера, это белый краппи, вот такой большой довольно, и хороший, он прям бьет нормально, то есть поклевка такая, бам, и сидит. Что-то взял одного, один сошел, и он говорит, иди сюда, и здесь вот они крутятся вокруг, это просто клево, смотрите, какая рыба. О, глазище, ту-ду-ду-ду-дун, такой, плавничочки, хвостик, все, такой рисунок у нее, просто супер. Bye-bye, dude, bye-bye, thank you very much. Come on. Looks very good. Okay. Let's go. Good. Ну вот и все, ребята, рыбалочка закончена. Я сейчас потихонечку буду выбираться из этих гущей, из этих куч так называемых. Вот. Рыбалка отличная, просто супер. Вечер наступает, сейчас дождик усилился. Вот, поэтому все срослось. Все виды рыб, которые здесь есть, я поймал. Ну, кроме, наверное, черного крепи. Ну, как бы один вид рыбы. Майк Иаконелли называет это слэм, когда поймал все виды рыб, вот, находящиеся в этом озере. Сегодня был пойман желтый окунь, они его называют так, хотя это, в принципе, европейский окунь, European perch, а наш обычный окунь. Сегодня был пойман бас, причем довольно большой, Сегодня был пойман несколько щук, черных щук. Прикольный такой рисунок у них интересный. И, естественно, крэпи. Крэпи и Bluegill. Bluegill. Все взято. Палентайн Лейк. Озеро Палентайн. Увидимся с вами, ребята, в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.